обыкновению, во время проведения детских праздников на площади молодежи царит веселый шум и гам. На этот раз детвора замерла. Выступали перед ними братья Данила и Кирилл Калуцкие, российские акробаты, пятикратные рекордсмены книги рекордов Гиннесса, победители международной минуты славы. Можно сколь угодно долго прививать молодежи моду на здоровый образ жизни. Гораздо действеннее показательный пример братьев Калуцких, у которых просто нет времени на пустые развлечения. Очень много проводится бесед, и не только про алкоголь, наркотики, сигареты, но также и про такие вещества, как кока-кола, как всякие пепси, фанты. У нас, возможно, не весь комитет, но большая часть после многих мастер-классов отказываются от всяких этих кока-кол, от всяких вредных привычек. Конечно же, помогает. Это же лучше, конечно же, танцевать, чем ходить где-нибудь в подворотнях, курить сигареты, пить алкоголь, которые мы все равно все это когда-нибудь попробуем, но в малом возрасте, ну, пока мы маленькие, мы должны радоваться тому, то, что детство, оно прилетит быстро, а ну, расти мы будем долго. Уже вошло в добрую привычку в конце августа чествовать на площади молодежи первоклашек. И характерная особенность – интерес к празднику проявляют и сами виновники торжества, и горожане различных возрастов. Хороший повод вспомнить школьные годы и 1 сентября. Эмоции, да, переполняли, насколько я помню. Костюмчик, все. Новое знакомство, учителя, школа. Конечно, помню. Организаторы торжества – сотрудники комитетов по делам молодежи и образования. Им уже не приходилось через каждую минуту напоминать, что на площади молодежи нельзя курить и употреблять спиртные напитки. Взрослые оказались на высоте. А выступление знаменитых спортсменов послужило примером для поддержания хорошей физической формы. Будет заниматься спортом вместе с братьями Калуцки по методике Smart Body. Смотрим. Александр Диденко для программы «Городские вести».